потеплеет. Глава администрации Кирова подписал постановление о начале отопительного сезона в Кирове. Об этом не только поговорим прямо сейчас в студии Елена Чехомова. Это «Давеча». Здравствуйте. В Кирове очередной инцидент с автобусом. Двоих детей высадили на улицу, потому что у них не сработала карта оплаты. Делом заинтересовалась прокуратура. Новые дороги и крупные развязки. В Кирове до 2024 года должна серьезно измениться дорожная инфраструктура. А не утопия ли это? Разберемся вместе со специалистами. Выпил, сел за руль, лишился прав. Подвыпившего водителя поймали в 8 утра на Театральной площади. В Кирове стартовали сплошные проверки водителей на трезвость. 4000 новых елочек появилось сегодня в пригороде Кирова. Наш регион присоединился к всероссийской экологической акции «Сохраним лес». В Кирове детей высадили из автобуса. Инцидент произошел сегодня утром. Как рассказала мама одной из девочек, дети сели в автобус на повороте Ленгасова. Деньги на карте были, утверждают родители, но оплата не прошла. В итоге кондуктор якобы высадила маленьких пассажиров в Дороничах. Стоит отметить, что такие действия являются незаконными. После появления этой информации в интернете прокуратура начала свою проверку. В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле прокуратуры Кировской области. В автотранспортном предприятии опровергли информацию, поступившую от родителей. По словам гендиректора АТП Дениса Пырлога, в ситуации удалось разобраться благодаря камерам видеофиксации. По версии перевозчика, дети сами вышли из автобуса, кондуктор их об этом не просил. Осталось потерпеть совсем немного. В следующую среду в Кирове начнут включать отопление в жилых домах. Соответствующее постановление подписал глава администрации Дмитрий Осипов. Официально отопительный сезон в городе стартует 15 сентября. И тепло в домах будет появляться постепенно, по графику. Как заявил заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Кондратов, цитата, «запустить всю систему одномоментно невозможно, поэтому процесс займет несколько дней. В течение 10 дней отопление должно прийти во все дома Кирова». Конец цитаты. В мэрии уточнили, в первую очередь тепло появится у жителей Заречной части города, в Коминтерне, Порошино, а также в Ганино и Ленгасово. С полным графиком подключения всех домов можно ознакомиться на сайте городской администрации. Утопия или реальность? К 2024 году дороги Кирова преобразят на 15 миллиардов рублей. Такие планы прописаны в концепции на сайте администрации города. Что конкретно планируется сделать, поинтересовались мы с оператором Никитой Луковниковым. Обычная загруженность и традиционная пробка Новоровского производственной. А ведь здесь могло быть меньше машин, если бы водители могли отъезжать, например, по Солнечной. А пока на Солнечной собаку из рук не выпустишь. Правда, жители непроезжей части шума и выхлопов у своих домов не хотят. Дорожного строительства не ждут. А впрочем, верить ли планам? Нет, не верю. Не верю. Деньги, может, и дадут, но куда они уйдут? Ну, только все у нас, как обычно, говорят, они делают. Ну, к 50-му точно сделают, не волнуйтесь. Это еще что? Вот в Чистых прудах улицу Попова решили продлить до Радужного. Ну, если быть точным, до Слободы Леваши. Вот сюда должна пойти дорога, все серьезно, с ливневкой и очистными сооружениями. Цена вопроса – 475 миллионов рублей. Тогда эта улица станет дублером Ленина. Правда, только в 2024 году, судя по концепции. На мой взгляд, администрация главное написала, указала, а 24-й год придет, скажет, что извините, денег не было. Либо финансирование вовремя не поступило, либо перенесем. Как это же концепция, понимаете? Это не утверждение, что это 100% будет реализовано. Слово «концепция» или «план», она об этом говорит. Впрочем, это не единственный глобальный план по развитию дорог из Чистых прудов. Чистопрудненскую планируют продлить вот туда, за торговый центр, за церковь, за меня. И куда бы вы думали? До улицы Производственной. Чистые пруды соединить с Производственной? И это не все планы из концепции. После жалоб жителей Урванцева, район расширяется, выехать по утрам все сложнее, решили продлить здесь улицу Уральскую, комментирует предложение общественник Константин Сичихин.
Администрация предлагает улицу Ульяновскую продолжить в сторону улицы Московской. На мой взгляд, продолжение улицы Ульяновской, она не настолько рациональна и очень затратная, там порядка 600 миллионов. Самое оптимальное в ближайшее время, до 2024 года, это увеличить ширину улицы Ульяновской от улицы Щерца до улицы Рима Юровской, так как там улица широкая в 4 полосы, и сделать кольцевое движение с микрорайона Урванцева на улицу Ульяновскую. В планах администрации также реконструкция перекрестка Ленина с Милицейской, возможно, кольцевое движение и, главное, не раз уже упоминаемое продление Милицейской в Вересники к легкоатлетическому манежу за 400 миллионов рублей. Вересники – это такой микрорайон, который постоянно топит. Поэтому какие-то там другие работы, связанные с присоединением этого микрорайона к чему-либо и когда-либо, это просто глупо. Дорог там не было, но, в принципе, не будет. И вообще общественник Шамиль Бузиков удивляется. Кроме фантастических проектов, почему в концепции мало решения насущных вопросов? Расширение мостов на Московской, Воровского, например. Кто писал эту концепцию, недоумевает также и депутат Гордумы Владимир Журавлев. С депутатами, к сожалению, депутатами городской думы это никто не обсуждал. Было бы правильно, еще раз говорю, администрации, наверное, сначала концепцию обсудить с депутатами, а потом уже на общественное слушание выходить и выносить это. Вижу очень много критики в интернете, просто заваливаю. Что ж, если говорить в целом, все работы к юбилею, вся концепция сейчас проходит стадию общественного обсуждения. И, кстати, в администрации уверяют, что принимают пожелания кировчан до 17 сентября, например, на электронную почту. Елена Чехомова, Никита Луковников, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Под шофе в 8 утра в центре города за рулем. Сегодня у Театральной площади сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. При проверке документов автоинспекторы почувствовали запах спиртного. Алкотестер показал недопустимую долю алкоголя в крови. В ГИБДД предупреждали, что сегодня в городе пройдут сплошные проверки водителей на трезвость. Первый этап начался ранним утром. Около Театральной площади организовали островок безопасности. Рядом с местом проверки находился и передвижной медицинский пункт. Он был оборудован для тех, кто решил бы оспорить показания алкотестера или вовсе отказаться от процедуры. Сегодняшний же нетрезвый герой согласился с показателями приборов. Теперь ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Проверки водителей в Кирове и области продолжатся. Сотрудники госавтоинспекции напоминают о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии. Каждую пятницу и выходные дни сотрудниками госавтоинспекции организованы сплошные проверки как на территории всех районов города Кирова, так и на территории районов области. В текущем году на дорогах Кировской области с участием нетрезвых водителей произошло 122 дорожно-транспортных происшествия, в которых 18 человек погибли и 169 получили травмы различной степени тяжести. На 4000 елочек больше. Сегодня Кировская область присоединилась к всероссийской экологической акции «Сохраним лес». Утром в Рубежницкое парковое лесничество прибыли волонтеры, представители организаций и органов власти. Подробности в сюжете. Если не каждый день этим заниматься, то нелегко. Приятно, потому что это же лес. Понимаешь, что ты причастен к чему-то такому, что будет только через 100 лет вот таким большим и красивым. И вот так дважды в год губернатор Игорь Васильев вместе с командой лесников и волонтеров выходит на посадку саженцев. Забота о сохранении лесов в области стала доброй традицией. Участие в акции «Сохраним лес» тому подтверждением. Для нас это крайне актуально, поскольку мы край лесной. У нас огромное количество расчетной лесосеки, большое количество предприятий, которые нуждаются в лесе. И вот сегодняшняя вот такая акция наглядно показывает людям, как важно лес беречь. Потому что с огромным трудом нам удается посадить большим количеством людей вот такой за моей спиной достаточно небольшую делянку. А вырастет она вот в такой высокий лес только через 80 лет. Это лето с точки зрения пожарной опасности выдалось непростым, поясняют в Министерстве лесного хозяйства. Основная причина возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности. В рамках акции «Сохраним лес» каждый желающий может подарить жизнь дереву, а значит, планете.
Вот здесь высажено на площади чуть больше 1 гектара 4000 саженцев сеянцев сосны для того, чтобы восстановить природный ландшафт после ветровала 2017 года. Для Александра Агафонова, заместителя руководителя Рослесхоза, лесопосадка – настоящий праздник. Уроженец Кировской области вспоминает и свое детство. В школьные годы вместе с одноклассниками они регулярно выезжали на посадку леса. Замечательно, что подобные кампании возобновляются. Ну, нужно понимать, сколько и чего мы оставим из природы нашим детям, внукам, правнукам. Понятно, что большое количество пожаров, и лес где-то гибнет много, где-то больше, где-то меньше. И надо его восстанавливать. Вот в этом году уже в рамках этой акции порядка 7 с лишним миллионов саженцев. По словам представителей лесного хозяйства, по всей области подготовлено более 300 гектаров для посадки нескольких тысяч сосновых и еловых сеянцев. Картинка красивая, а есть ли деньги? Как волонтеры собираются превратить заброшенное место в райский сад? Об этом не только поговорим во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. Это «Давеча», и мы продолжаем. Дорожки для пешеходов и велосипедистов, чистый водоем, удобные лестницы из парка Гагарина. А в целом ленточный экопарк «Ежовское озеро». Это место от филармонии к реке. Идею благоустройства этого места активисты вынашивают уже давно, а теперь подготовкой концепции займется рабочая группа. Это решение было принято на общественно-культурном совете при главе администрации. Дмитрий Осипов отметил, идея благоустройства Ежовского озера, безусловно, интересная. Но нужна разработка концепции, где будут учтены все аспекты. Поэтому теперь к работе подключаются специалисты Министерства охраны окружающей среды, Теруправления по Первомайскому району и других структур. Рабочая группа будет сформирована в течение 2 недель. Когда концепция может воплотиться в жизнь и где взять на это деньги, узнаем у нашего гостя. У нас в студии куратор проекта «Ежовское озеро» Ксения Логинова. Ксения, прежде всего, здравствуйте. Здравствуйте. И давайте немножечко хотя бы объясним людям, где находится это «Ежовское озеро». Мы поняли, что где-то рядом с филармонией. Проще всего туда попасть с улицы Горбачева вдоль Трифонова монастыря. Мы спускаемся вниз, и сразу слева у нас будет вот эта как раз территория озера, протяженного примерно около километра. Угу. Понятно. Проектом Ежовского озера вы занимаетесь уже не первый год. За это время вот как-то продвинулась вообще идея ваша? На самом деле, да, не первый год, а второй. То есть в том году все началось с субботников, с каких-то задумок. Привлекались сначала там близкие друзья, затем количество людей увеличивалось. Так на наш субботник пришел человек, который донес это еще до кого-то. И в этом году уже удалось, да, небольшую свою рабочую группу создать, чтобы этот проект двигать между собой. То есть у нас был проведен семинар, на котором мы выясняли потребности разных людей. Архитекторы заинтересовались, архитектурное бюро 2HD2. Они придумывают концепцию. То есть в итоге на общественный совет ребята принесли уже, можно сказать, такую готовую работу. Мы проделали достаточно большую работу и с Министерством окружающей вот этой природоохранной среды, и с администрацией, и с теруправлением. То есть на самом деле работа была проделана большая, прежде чем это попало туда. Поможет ли это? То есть это какой-то готовый проект, который уже... Это первая концепция, которую также точно нужно будет обсуждать и собирать велосипедистов, активистов, бизнес тот же самый, который будет присутствовать рядом или именно на этой территории. То есть дальнейшая работа — это усовершенствование концепции и уже ее реализация. А что с деньгами? Вот в таких случаях все время вопрос, что же с деньгами, откуда их взять? То есть идея, я так понимаю, у вас есть, а на воплощение где найти? Так скажем, мягко намекнули, что все же в бюджете у нас не совсем заложена какая-то большая сумма. А нужно понимать, территория там довольно большая. То есть это не только одно Ежовское озеро. Там по этой концепции входит и Пристанская улица, и Нижняя набережная, вплоть до... если уже двигаться в ту сторону, до улицы Блюхера. То есть это очень-очень большая территория, которая потом станет велосипедным таким маршрутом и пешеходным. И суммы там должны быть очень большие. Конечно же, это должен быть какой-то, не знаю, там, федеральный проект или еще что-то, но есть уже спонсор. В плане администрации мы тоже ждем, что они, может быть, тоже что-то придумают, какой-то... В проекте тоже поучаствуют. То есть... Хорошо. Что насчет сроков? То есть понятно, что надежды какие-то есть. И вот когда вы думаете, что...
Во-первых, опять же, отсылаясь к тому, что территория совершенно не маленькая, это там по квадратам больше, чем Александровский сад, если его взять, то здесь логично ее разбить на несколько очередей, да, там первая очередь, вторая и так далее. И начать нужно, естественно, там с самого озера, с его очистки. И, например, к юбилею, да, себе поставить какую-то цель, что, например, вот эту территорию озера к юбилею города, к 650-летию нужно сделать. То есть какая-то часть к 2024 году будет сделана? То есть все-таки это долгоиграющий проект, и нужно понимать, что у нас, блин, не так много парков за это время больших появлялось, там, Александровский сад — это вообще ого-го, когда было, да? Это уже история, да. И поэтому хочется понимать, что реально это не быстро, но это реализуемо вполне в рамках, там, спасибо, Ксения. Я думаю, что у всех появилось желание прогуляться и посмотреть это место. Спасибо большое. Пожалуйста. А мы продолжаем. В музее «Авитек» презентовали очередную книгу из серии «Почетные граждане города Кирова». Издание посвящено авиастроителю Борису Кушову. Он долгие годы руководил предприятием. Все подробности в сюжете. Борис Васильевич Кушов работал на «Авитеке» больше 40 лет. Он прошел путь от инженера-конструктора до генерального директора. При его участии стабильно выполнялись задачи государственного оборонного заказа. Борис Кушов руководил предприятием 10 лет. За это время объемы производства выросли больше, чем в 10 раз. Также значительно выросли доходы сотрудников. Борис Кушов был удостоен звания «Почетный гражданин города Кирова». И о его жизненном пути выпустили книгу. Ценность книги в том, что это история большой судьбы завода. Это одна из, так сказать, страниц этой истории. И целью книги я считал, действительно, надо, наверное, описывать эту историю, и чтобы наше поколение будущее, ну, училось, знакомилось, знало свою историю, своих людей, своих предков. Борис Кушов активно занимался благотворительностью и благоустройством. Кроме того, он выступил с инициативой поддерживать авиационный техникум, который готовит кадры для «Авитека». За личный вклад в развитие города и поддержку его жителей почетного гражданина поблагодарили первые лица города и области. В том числе председатель законодательного собрания Кировской области Геннадий Коновалов. Он и сам долгое время занимал руководящую должность на одном из заводов города. Зная его как настоящего первоклассного инженера, конструктора, человека колоссальной работоспособности, доброжелательного, ответственного. Не случайно, что он, как уже на поприще общественной деятельности, пользовался большим авторитетом не только у работников предприятия, но и учебных заведений, которые работали с заводом плотно. Это и техникум авиационный, это и университет. Серия книг «Почетные граждане города Кирова» была основана в 2007 году. Книга о Борисе Кушове стала 31-м изданием серии. Все, кто пришел на презентацию, получили в подарок экземпляр этой книги. Старейший металлургический завод Кировской области в Омутнинске принимал гостей. Сегодня депутат Госдумы Рахим Азимов и руководитель департамента металлургии и материалов Минпромторга России Семен Мушкауцан с рабочей поездкой посетили производство. Обсудили острые вопросы развития отрасли. Подробности далее. Омутнинский металлургический завод – флагман предприятий черной металлургии не только России, но и Европы. Предприятия включают полный производственный цикл от выплавки стали до глубокой переработки металлов. Результаты такой деятельности напрямую зависят от федеральной поддержки. Депутат Государственной Думы Рахим Азимов уделяет особое внимание вопросам производства в регионе, в том числе тяжелой промышленности. Я сам производственник и прекрасно понимаю, что без предприятий, без фабрик, заводов никакая экономика, никакие социальные вопросы не будут решаться. Поэтому еще раз вам огромный поклон и спасибо за вашу тяжелую работу. По приглашению Рахима Азимова в Омутнинск приехал директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России Семен Мушкауцан. Он высоко оценил качество производимой продукции и работу по налаживанию новых рынков сбыта. Предприятие на сегодняшний день проводит большую работу, направленную на увеличение не сырьевого, не энергетического экспорта. Как мы знаем, это трек, связанный с прямой поддержкой президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это тот проект, который курируется непосредственно министром промышленности и торговли Мантуровым Денисом Валентиновичем. Мы со стороны федерального министерства будем прикладывать все усилия совместно с Рахимом Избуевичем. На встрече с коллективом Омутнинского металлургического завода руководитель департамента отметил лучших работников и вручил им ведомственные награды Минпромторга России.
Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях, а еще пишите нам, присылайте видео, номер вы видите на экране. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. Я с вами на этом прощаюсь. В студии работала Елена Чехомова. Всего вам доброго. До свидания. В следующем году в Катаре пройдет финал 22-го чемпионата мира по футболу. В рамках одного из отборочных туров Россия сыграла с Хорватией. Тогда же состоялся и дебют нового главного тренера сборной Валерия Карпина. В политике, как и в спорте, важна смена поколений, уверен депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия за правду» Вадим Белоусов. Благодаря такой тактике можно добиться высоких результатов. Впрочем, немаловажную роль в развитии спорта играет и поддержка власти. Наша партия «Справедливая Россия за правду» считает, что самое главное – это начать с детства отбор футболистов, то есть это должна быть селекция, и причем государство должно платить за этих футболистов, потому что, получается, у кого деньги есть, те могут заниматься. А те дети, у которых родителей нет денег, хотя они, может быть, такие же талантливые, то есть они не могут позволить себе заниматься спортом. Благодаря специальной программе селекции игроков, добавил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия за правду» Вадим Белоусов, в нашей стране появится еще больше талантливых футболистов, а там не за горами и новые победы. Здравствуйте. Наталья, это я. Вы, отлично. Магазин постоянных распродаж «Новичок» в конкурсе «Торговая марка года». Ведь первая торговая точка открылась меньше года назад, в ноябре 2020-го. А теперь таких магазинов уже 12 по области. В них работает больше 100 человек. И это не просто продавцы-консультанты. Это часть одной большой семьи под названием МПР. Добрую атмосферу ощущают на себе и покупатели, особенно когда видят ценники на товарах. Мы следим за тем, как развивается клиент. А клиент сейчас развивается в сторону самостоятельности. Он должен себя чувствовать безопасно и чувствует себя безопасно только тогда, когда может сам принять решение о покупке. Именно поэтому интересное зонирование, планограммы, ценники, они дают возможность покупателю чувствовать себя комфортно. А продавцы, их задача находиться где-то рядом. На полках магазина можно найти все сезонные товары. Сейчас это канцелярские принадлежности, а также кухонная утварь, посуда для сервировки, текстиль, игрушки, автоаксессуары и многое другое. В магазине всегда есть товары по цене 9 или 19 рублей. Каждый день акции, каждый день новинки в товарных группах. Уровень сервиса магазина постоянных распродаж высоко оценила конкурсная комиссия торговой марки года. МПР, магазин постоянных распродаж, значит, участвует в этом году в конкурсе впервые. Предприятие для нас новое, но, конечно же, отметили ассортимент товара, условия для покупателей и, конечно же, уровень обслуживание покупателя. То есть все продумано. Сейчас готовы к открытию еще 3 магазина. Компания быстро растет, причем по всей области. Из 12 магазинов 6 расположены в Кирове и 6 в районных центрах региона.